пятницу в Самарской области пасмурно с прояснениями. Пройдет дождь. Днем плюс 10, плюс 12, ночью 6-8 градусов выше 0. Ветер южный 5-7, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо. В дневное время плюс 11, в темное плюс 8. Южный ветер 6 метров в секунду. В Тольятти тучи, небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью 7, тепла. Южный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно и дождь. Днем плюс 10, ночью 6 с плюсом. Южный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 63%. В геомагнитном поле небольшие возмущения.